Всем привет! Берем лист А4 и рисуем сетку размером 1,5 сантиметра. Берем линейку, карандаш простой и рисуем. Берем карандаш и рисуем. По вашим просьбам сегодня будем рисовать Диану Астер, российский видеоблогер, музыкальный исполнитель. В моем инстаграме мы выбирали с вами фото Дианы Астер. Большинство голосов было за первое фото, поэтому именно его я и буду сегодня рисовать. Я взяла это фото и сделала с помощью онлайн-программы в интернете, наложила на фото сетку. И теперь могу по этой сетке рисовать портрет. Если вдруг вы не успеваете за моим видео, вы можете нажимать на паузу. Карандаш для рисунка основы я выбираю H, это hard, твердый. Основу всегда навожу именно этим карандашом. Ну что, немножко сведений о нашей блогерше. Диана Астер, настоящее ее имя Диана Дмитриева. Российский видеоблогер, тиктокер и музыкальный исполнитель. Жанр хип-хоп. Диана участница тиктокерского дома Dream Team House. В октябре 2020 года российский Forbes поместил ее на 10 место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. Ну а теперь продолжим рисовать.
стираем сетку. Берем карандаш 8B и наводим акценты, штриховку и тени. Это мягкий карандаш. С помощью этого карандашика потом очень легко и просто делать растушировку. Теперь время растушировки. Я делаю это с помощью ватной палочки. У Дианы очень яркие волосы, поэтому захотелось немножко яркости в портрет. Для этого взяла маркеры Touch 5, три цвета, три розовых оттенка, и вот так получилось ярко. Вот и все, портрет почти готов. Выбирайте любимых блогеров, любимые фотографии. Рисуйте с помощью моего любимого метода сетки, с ним очень легко рисовать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приходите ко мне в Instagram. Будем там проводить голосования, общаться и выбирать любимые ваши фотографии для следующих видеоуроков. У вас все получится, рисуйте с удовольствием. Всем пока!